Большой праздник пришел в Йошкар-Олу. За успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, и в связи с 400-летием, город награжден орденом Трудового Красного Знамени. На митинге выступил первый секретарь Марийского обкома КПСС Григорий Андреевич Посебеев. Позвольте от имени Марийского обкома КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Марийской АССР горячо поздравить трудящихся, всех жителей города, всей нашей республики с высокой наградой Родины. Награждение столицы Марийской АССР – это знаменательное событие не только в жизни горожан, но и всех трудящихся республики. Это признание успеха всего марийского народа, строящего в дружной семье советских республик самое светлое общество на земле – коммунизм.